І до спортивних подій. Команда СумДУ в рамках чергового туру баскетбольної вищої ліги приймала «Золотий вік» з Кропивницького. Перший матч сумчани виграли з рахунком 91-82. У другому матчі вони три чверті впевнено вели гру, але в останньому відрізку різко зупинилися. І за дві хвилини до фінального свистка у гостей були всі шанси виграти. У цій ситуації зіграли лідери БК СумДУ Ігор Стародуб та Віталій Гнатченко. Здебільшого завдяки їхнім зусиллям сумській команді вдалося виграти з рахунком 88-82. Сделали просто неправильных пару атак, которые привели к тому, что они забили легкие очки. И сегодня вся игра почти сложена на том, что диктовали игру таким образом, что они забивали тогда, когда мы им разрешали, в каких моментах, когда мы неправильно давали передачу, много передерживали мяч. И вот этими моментами мы сами себе навязали проблему в четвертой четверти, которую пришлось решать уже в последние минуты, можно сказать, матча. Ну, может, где-то везения не хватило, может, по неопытности моей как тренера, потому что я все-таки игрок, а не тренер еще, но работаем. Пару ошибок допустили ненужных и не забили свои броски под кольца в нападении. Дома играем как-то при своих болельщиках более заряженно, чуть-чуть, может, не хватает где-то энергии на выезде.